Вы смотрите новости на канале RTVI. На судебном процессе по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта в Бостоне, представлена одна из главных улик. Это обрывки рюкзака, в котором Царнаев пронес на место преступления бомбу. Процесс, как считают эксперты, вступает в решающую стадию. За его ходом следит мой коллега Евгений Маслов. Он сейчас присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, приветствую и ждем подробностей. А далее за пятый день громкого процесса над Джохаром Царнаевым, за которым следит вся страна, все Соединенные Штаты. Обвинение этот день используют для того, чтобы опровергнуть все аргументы защиты Царнаева, что он не был главным организатором терактов. Агент ФБР сегодня на процессе продемонстрировал куски металла, оставшиеся от самодельной бомбы, которую братья Царнаева изготовили из скороварки, а также фрагменты рюкзака Царнаева, в котором бомба была доставлена на марафон. Присяжным также продемонстрировали видео с камер внешнего наблюдения в магазинах на улицах Бостона, на которых видно, как спокойно, даже расслабленно ведут себя братья Царнаевы после того, как устроили теракт на бостонском марафоне. Напомню, его жертвами стали 3 человека и еще более 260 получили ранения. Но, пожалуй, самой убедительной уликой обвинения стала надпись, сделанная Джохаром Царнаевым на борту лодки, в которой он, получив ранение, прятался перед тем, как был арестован, и которую американская пресса цитирует сегодня, называя манифестом Царнаева. Вот выдержки из него. «Я завидую своему брату, который попал в рай раньше, чем я. Я не скорблю по нему, ибо его душа жива. У Бога есть свой план в отношении каждого из нас. Мне суждено прятаться в этой лодке, чтобы пролить свет на мотивы наших поступков. Власти США убивают ни в чем не повинных мирных граждан. Я не могу допустить, чтобы зло подобных масштабов осталось безнаказанным. Мы, мусульмане, один организм. Обидьте любого из нас, и вы обидите всех». Надпись была сделана подсудимым, как я уже сказал, карандашом на борту моторной лодки. И, по сути, как считают эксперты и юристы, является его добровольным признанием, сделанным еще до ареста. Я напомню, что защита свою стратегию строит, в частности, на том, что Джохар Царнаев попал под влияние своего старшего брата Тамерлана, убитого при попытке задержания полиции. Адвокат настаивает на том, что на него старший брат оказывал давление. Но надпись, сделанная Джохаром, скорее говорит об обратном, о том, что он был убежден в правильности того, что делал, даже когда был ранен и прятался от полиции. И это сильный аргумент, который использует обвинение на процессе. Процесс продолжается. Я думаю, что больше деталей мы будем знать к вечеру. Лиза. Спасибо, Женя. Евгений Маслов с новостями о процессе над бостонским бомбистом Джохаром Царнаевым.